очень круто! С добрым утром, малыши! В эфире Викторина вместе с Хрюшей! И Антоном Горькиным! Готовы отвечать на мои вопросы, а? Готовы! Тогда смотрите на экран! Первый вопрос на внимательный. На экране флаг Перу. Но с ним что-то не так. Как думаете, что? Время! Так, надо подумать, посмотреть флаг как флаг. Думай. Хрюша, да. Ты пытался меня перехитрить? Там же Каркуша прямо в центре нарисована. Каркуша! Там не может быть Каркуши! Верно, верно. Следующий вопрос. Этот медведь может спать по 12 часов в сутки и съедать по 30 килограммов бамбука. Вопрос. Как он называется? Время! Так, вроде спать любят вот все медведи. Так. А вот едят бамбук только панды! Панды едят бамбук! Смотрим на экран. Конечно, да! Точно, Хрюша, точно! Но откуда ты это знаешь? Я готовился. Молодец! На очереди третий вопрос. Какую цифру спрятал поросенок? Да. Ребята, отвечайте вместе с Антоном. Чтобы понять, какая цифра за поросенком, надо от 7 отнять 5. Ну, так. Подожди, получается 2. 5 плюс 2 равняется 7. Мой ответ 2. Верно, молодец. Следующий вопрос по литературе. Внимание на экран. Здесь зашифрована фамилия известного русского писателя. Вопрос. Какого? Время. Хрюша, это и правда очень-очень сложный вопрос. Да. Надо подумать. Смотри, мы видим очки. Да. Мы видим какой-то саквояж с крестиком. Это явно, наверное, доктор. Точно. Доктор в очках. А кто у нас был доктор из писателей? Айболит. Айболит, Хрюша, не писатель. Так, мы видим еще чайку. Чайка доктор. Я, кажется, понял. Так. У нас есть один писатель, который был действительно доктором, и он написал произведение под названием «Чайка». И это Антон Павлович Чехов. Так, смотрим на экран. Да! И это правильный ответ. Молодец, Антон, справился. Ребята, вам понравились мои вопросы? Если да, то смотрите викторины вместе с Хрюшей. А еще живите активно и мыслите позитивно. И оставайтесь на самом семейном канале «Карусель».